Хей, hey, с вами Шумики, и мы продолжаем проходить игру под названием Метаморфози С. Короче, что я сделал? Во-первых, я прокачал себе 4 уровня. Давайте их вкачаем. Блин, давайте... Хотя... Плевать. Вкачаем себе мы что... Давайте МП-шку, наверное. ХП-шку до 210, да? МП-шка нужна мне, не нужна? Все равно мы так сильно не используем магию. Ну, давайте на единицу. Можно ХП еще раз скачать. Ладно, стронг. Так, все, сохраняемся. Вы спросите, откуда у меня вообще 4 уровня? Сейчас покажу. Я только что сбегал к тем врагам, которые с правой стороны. Там летающий демон, страж и черепундель. Смотрите, из стражи выпали мне железки. Они, в принципе, нам не нужны, поэтому нахер оно надо. Из этого падает Stone Purity. Тоже мне как-то с другой стороны это не нужно. Но с демона падает гемстоун. Гемстоун — это у нас как раз кристаллы, которые нужны для... Вот, вы видите. У меня их 8 штук, то есть я их специально апнул. Но теперь мне нужно найти врага, с кого падает реагент. Также. Как я понимаю. Мне нужно найти... Также челика, кто когти с кого падают. Ну, хотя, мне кажется, навряд ли оно упадет. Коготь. Мне главный коготь. С кого падает коготь, чтобы я мог улучшить немного оружие свое. Потому что у меня уже Crown of Best падают. Падали. Теперь у меня вообще Shiny Stone падают. Короче, будем сейчас искать. Опа, стоять. Заморозка. И полетели. Если что, я буду некоторых врагов фармить, чтобы насобирать ресурс. Так, а куда нам бежать? Подождите. Нам сейчас два раза вправо и вниз. О, я уже дебил. Stone Purity — это что за материал? Ага, все, я понял. Да, найс, у меня уже ХП нету. Просто великолепно. Можно посмотреть, что с этих падает, но... Мне кажется, долго я не проживу. Надо в такое место, где хотя бы огонь не палит. Втихаря нападает, бля. Ау. Боунс дали мне. Я понял. Сейчас будем пытаться выживать в этом жестком мире с 20 хп. О, level up, nice. Выживаем, ребятки, все еще выживаем.
Блин, может в натуре мне прокачивать себе этот? Ой. Как он называется? Показалось, что с него что-то выпало. О, тихо. Чуть не сгорел. Как говорится, чуть не сгорел на работе. Лески. Неплохо. Все, найс. Вулф. Так, во-первых, мне выпал Pearl. Это на удачу колечко можно создать. Давайте не буду спешить. Вулф я сразу создам. А, видите, минус дамаг. Тогда у меня будет минус кри дамаг. Давайте. Что он нам? Джунгли. Норбет. Сейф. Yes. Так, сейчас мы сохранимся. Я еще пойду сбегаю в левую часть. Посмотрю, что в левой части. Блин, бы, конечно, идеально бы мне сейчас еще этот себе вкачать. Еще раз магию. Здесь можно проверить. МПшка. Можно с этих посмотреть, что с них падает. Ну, почему? Ладно, давайте я немного остановлю, посмотрю, что с него падает. Ну, с него тоже падает гемстоун, поэтому... Не. Погнали сохраняться. И отправляться. Да, сохраниться. Так, ну я думаю, ледяная херня нам уже не нужна будет вообще. Поэтому... Ездевого питомца поставим. О, темная территория. Татик Критал. Ну, смотрите, можно посмотреть, сколько за них дают. 20 HP. В принципе, я думаю, это нормально, если смотреть, что враг просто выпрыгивает с вот этого рта. Ждем, чтобы узнать, что из них падает. Так, наносят они 20-ку, смотрите, из них падают ракушки. Парасти. Вот, у меня ракушка еще одна упала. Так, цветок просто пуляется цветами. Ну,
Но ничего такого. Так, оком. Глазик на меня напал. Слева что? Планта. О чем я за ту не дали, нифига. Сейчас мы все узнаем с вами. А, точно, мне еще не дали этот способность плавать. Блин, я не уверен, что туда лучше идти. Типа, слишком уже далеко зашел. Давайте. Сколько процентов? 52 только. Думаю, нужно вернуться обратно. Пофармить глаза, чтобы узнать, что глаз падает. Поэтому, чуваки, не обессудьте. Также надо узнать, что падает с растений. Короче, все, я еще апнулся на один уровень. Я хочу МПшку себе, чтобы у меня было. А стоит? А в смысле у меня урон упал? Нихера у меня надеюсь. Не понял. Это мне меч жестко нужно сейчас быстро находить новый. Либо еще скрафтить один. Да уж, да уж. ГГ, создал я себе на свою голову меч. А, ну все, да. Хотя нет, подожди. Какого черта? Чего у меня так этот сильно упал? Урон, у меня же было 35, нет? Короче говоря, что падает из... Травянки. Травянки падает вот этот fiber, проволока. А из глаза мне упал Penny Knight. Как раз 250 МПшки и ХПшку могу себе сделать. Почему бы и нет, слушайте. Ну блин, реагенты я вот не знаю, где мне искать. Если вдруг так. А, чё у меня хп нету? Так у меня аж меч, наверное, не стоит. Да? Да, у меня меч не стоит, то и урона нету. Всё, блядь. А я-то удивляюсь. Что за хуйня? Grimm's Words. Всё. Манать мне теперь маны. Стоп, что? Это как? А, точно. Все, я понял, куда это. Ну, не так на самом деле страшно. Маны у меня все равно достаточно. Теперь ману вообще можно не было. Ну, можно было не вкачивать. Я, который зря попрокачивал себе ману. Потерял деньги. Но по-любому у меня будет способность плавать, чтобы я мог быстрее, так сказать. О, из этих тоже перл падает. Мне того же перла дофига. О, да. Так, друзья, а с вас что падает? Так, с рыбки у нас опал падает.
Срана, чисто челики одинаковые. Где эти хотя бы роботы? Вот они. Стел, а с маленьких фиг его, да? Ого. Ага. Пахо. Сейчас пофармлю на нем и пойдем дальше. Так, с этого, короче, выпали как раз когти, которые нам нужны. И я пнул один уровень. За него дают по 170 экспы. Strange. Yes. Так, дальше. Крафтинг. Когти. Сразу. Конфиг. Шайнстоуны. Я не знаю, где они берутся. С врага по-любому какой-то выпадает. Нужно будет потом пофармить их. Right. Шанс дамага. Так. Ставим оружку. Bloodswords. Ох, теперь у меня, считай, жесткая имбушка. Так, и развилочка. Ну, давайте влево. Сказал я и пошел вправо. Мини-квикс. Ну их видеть только в прыжке можно убить. Так, с этого ладно, проволока падает. Ладно, давайте немножко вперед пробежим. Нами. Нами. Так, можно ниже, значит нам в левую часть идти. Ну, видите, главное, здесь он достает их всех. Стенка. Камень третьего уровня вообще неплохо. Импишка и вниз спуск куда-то. О, монать! Я думал, он в ближнем бою меня атаковал. И чё? Можешь мне назад вернуться? А, подожди. Крабвест. У меня что где-то? Крабвест. Хе. То есть я сюда, считайте, шел за тем, за что у меня уже есть. Вопрос только, как мне сломать. Нифига себе, что я сделал. Ага.
А, сука, в натуре. Ну нечестно, вот это вот нечестно. Почему считается, что я прыгаю? Вот не было бы... Хотя, чего бы не было. О, а сейчас, главное, засчитало так же то, что у меня уже был прыжок сделан. Второй, но нет. Еще один рыцарь, хотя я тоже убил его уже. Ау. Вау, что новенькое. Экстремальный червячок. Экстремальный червячок. Так, пришелец здесь, значит... Это наверх будет, сейчас пойдем. Надеюсь. О, нифига себе. Я лифт активировал. Вот, это как раз вот этот вот проход. Не. Так, а сколько мне, блять, долго фармить? FPS падает. Блин, мне бы засейвиться где-то. А вот и сейв. Ну, давайте что я сделаю сейчас. Остановлю запись и схожу в самую левую часть. Где мы были изначально? А почему мы вообще сюда решили прибежать? Потому что я смотрю, там еще куда-то есть спуск. А. Шайнстоун. Ага. Найс. Сейчас мы Шайнстоуны здесь пофармим с вами, ребят. Это вообще неплохо. Ну ладно, я остановлюсь сейчас и сбегаю в левую часть. Так, я прибыл сюда. Здоровяка падает тоже камешек этот красненький. В принципе, он нам не нужен. Вот с него падает камешек красный. Так, хорошо, у нас двое... Ага, и там новая лока, и здесь новая лока. Да? Так, и куда же мне идти? Подождите. У меня два... А, я сюда только смогу оттуда попасть. То есть я сюда упаду и пробегу. Ну, погнали обратно тогда в ту локацию. Окей. Погнали. А, точно, я же теперь этого буду фармить на камне. Так, все. Все выпало. И я вот не понимаю, есть ли мне сейчас смысл
так сказать, качать вот этот меч. Что такое рейд? Критический шанс, по идее. Так у меня критический на плюс 25, но так шансов больше на крит. Сколько у меня здесь крит райт? 2, да? Крит дамаг 43. Мы можем, в принципе, попробовать и сделать, почему бы и нет. Там только крит райт, да, мне увеличится. Ну, в принципе, да. А типа, а с другой стороны, какая разница, если я больше ничего не могу сделать себе? Давайте сделаем, почему бы нет. Так, вещи. Засейвиться. Вы понимаете, что я вырезаю спец... Ну, не вырезаю, типа останавливаю видео для того... Ради только вас. О-о-о-о, смотрите, то есть... Пускай у нас критов теперь не так много, но они очень часто падают. Там, то есть, 25%. 25% критов. Неплохо. Тогда. Уж... Не, где мои криты? Как-то я свои криты не вижу. Не ощущаю. Так, там проход есть еще куда. Тут аж 3 прохода. Пиздец. Ну, по-любому, если я по низу пойду. Куда я приду? А, смотрите, наверху самое это я открою проход. Сразу можно увидеть, что я получу веревку. Ладно, погнали сюда. Туда все равно успеем еще вернуться. Так, ну по стенам лазить я не могу. А типа должен, да? Это ж мелкий вот этот челик. Нихера себе, голем. Так, подожди, а я ж не могу никуда больше залезть, да? Опа, перо второе. Даже вызвав этого, я никуда так не залезу. Да, смотрите, в принципе, дальше мне только нужен этот полет, чтобы попасть туда. О, нихера себе. Монстр, что ты умеешь? Сколько за тебя опыта дают? 190-200 хп. Пацаны, надеюсь, вы не обидитесь. Короче, с этого челика когти падают, как вы увидели. А дальше там смотрю... Я просто сюда вышел так. И смотрю, чувак с шариком. Он
Он же за мной не гонится. Так, а здесь у меня типа варианты есть? Нету. Странно, что только с той стороны враги. Чё, блядь? Вы издеваетесь? То есть я сюда должен был идти с... Я понял. Ну, прикольно. Надеюсь, вы поняли, с чем я должен был туда идти. С кувырками. Ну, с этим. Хоп, с кувырком под землю. Вопрос, где бы взял... Ну ладно, ждите, когда я приду туда, где спуск вниз. Побежали. Сука, тупой паук. Пугает меня. Стоп, там паук постоянный. Так, хп-поинт. А, так ты у нас пуляешься, паук. Чок. Так, в левую часть. Камень, которых у меня уже 11. Да, урон у меня упал. Криты. Не очень как-то падают часто. А, да, они по десятке наносят. Шарики эти. Где? А, вот он. Готово. Это третий уровень, да? Ко мне. Третий уровень это маловато. То есть пауки еще и втихаря вылазят. Не обязательно, чтобы там была паутина. Это меня уже немножко напрягает. То, что могут мне просто в лицо паук прыгнуть. Угу. О! Все? Элегатор. Так, камень четвертого уровня. Я не понимаю, почему здесь пришельцы валяются. Здорово. Знакомые лица. Опа, пятый уровень.
Магический камень неплохо. Level up. Ох ты ж, бля. Нежданчик. Хрусталь. Какой-то материал, который у нас вообще ни одного. А, хрусталь, значит, для чего-то ценного. Пятьдесят дамаги. Кри дамаг, у меня было кольцо какое-то. А, это оно и есть, блядь. Так, ну кольцо мы получили. Только осталось мне теперь водички где-то этой найти. Снова. Ясно. А из крокодила, короче, падает крокодиль скин. В принципе, я могу уже его одежку сделать. Драгон скин, я видел, где он лежит, там как раз два куска, но туда нужно лететь. Так я туда не попаду. Темной ткани у меня тоже нету. Я могу сделать, сколько у меня этих камней? Мне камни больше не нужны эти. Третий уровень мне уже не нужен. И здесь камни вообще не используются. Хотя, подожди, вот третий уровень используется. Dark Fiber. Раз, да? Ну, допустим. Раз. Третий уровень. Ну и третий уровень. Почему я быстро не могу листать? Почему я должен кликать? Точнее, закликивать все. Так, сапоги у меня на 2 дефа. Сапоги. Ну вот есть сапоги, ну, а, файбер, точно, у меня ж нету. В принципе, мы можем посмотреть, куда нас телепорт тэпнет. Рестар Райнс. Вот Райнсах мы еще не были. А, это оно и есть. Ага, а чё так далеко место от места? Нихера мне бежать. Бля. А вон еще два есть прохода вправо и влево, вон, видите? А, подожди, там нужно падать. Ну, тогда мне сейчас в это, влево, где большой квадратик. Конечно, уже время. Это вода? Это вода. Еба.
я, который сейчас просто умрет. То, что нету кислорода. А что мне тогда делать? Пиздец. А куда мне тогда идти? Мне только туда идти, и все. Ладно. Сейчас будем смотреть. Оказывается, как я понял, мне нужно в Restarted Area лететь. Может, мне тогда везде нужно пролетать? Стоп, я здесь был. А смысл мне тогда сюда идти? Ну я видел, чувак где-то телепорт использовал и куда-то... Райан. О, а теперь меня переместило. А я что же тогда, помните, пытался? Почему меня не перемещало? Во, теперь новая локо. Теперь нормально. А. Мумия. Скорпион. Пейнт. Там проход был закрыт, поэтому я туда не смог попасть. Минотавр. Давай влево. Заперто. Заперто. Полетел. Стоп. Тут секретки? Или тут без секреток? Я нихуя не понял. Ясно, тут на время. Джим. Ай-яй. Сколько мне нужно апнуться? Либо сейф. Либо level up, либо save. Drink. Плавание. А, кувырок, все. Найс, теперь я могу пойти туда наверх, куда я входил. Неплохо. Осталось только не сдохнуть. Animal скин мне дали. Так, проход тут есть.
Dark Fiber. Темные нитки. Level up неплохо. Веревка. Ау. Тихо, 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 быстрее. Так, я сюда же ходил. А, точно. Ну все тогда. Погнали обратно там, где нужно был кувырок использовать. О, бля, как я задолбался бегать, чтобы вы понимали, я не сюда прибежал, а изначально туда, где нужен полет. Такая жопа. Так, это проход наверх. Давайте я пойду. О, реагент. Здорово. Цветочки. Опа. Какой-то очень прикольный, очень... Есть секретки тут тоже, оказывается. Shell. Так, и да, я апнулся еще на один уровень. Ракушка нам для чего? Для ботинков? А, это перчатки. А один фиг мне, все равно этот. Да. То, что музыки нету, это плохо. Дайвинг маск. Найс. Это еще. А, не прогрузилось. Ага. Ну, погнали там, где водичка. Вы знаете, я вот думаю, почему они сразу не сделали так, ну, чтобы сначала мы просто смотрели воду, да, чтобы не сдохнуть от воздуха, ну, типа, нехватки воздуха, а так просто маску дали таким, гуляйте. Типа, так я вообще могу не беспокоиться о воздухе. Буду уворачиваться от шариков теперь. Пиксис. И он теперь очень высоко прыгает. Очень высоко. Еще одна ракушка. А, так я могу просто присесть. Я мог, в принципе, сюда даже без маски добежать. Но, конечно, бы я урон получил. А, так оно еще рандомно летает. Ага. Но он очень быстрый. То есть тут сразу нужно иметь
и веду, где радиус какой. Ну, не радиус, а расстояние, чтобы не усдохнуть. Давайте попробуем убьем, посмотрим, что из него выпадет. Ну, ракушка, скорее всего, выпадет. Так, подожди, а что мне надо вообще? Из материалов. Вот этот непонятный Rations Wood. Какое это дерево? Так, это, как я понимаю, мины? О, так ты сквозь текстуру летаешь. Неплохо. Шестой уровень магического камня. Так, знаете, дамаг на 98 это вам не хухры-мухры. Это надо быть очень осторожно еще лазить здесь. Тупые рыбки. Короче, меня просто тогда взрывом задело. Я понял. Да, ракушка падает. Можно сейф плейс? Сейвинг плейс. Сколько? Скоро апнусь. Ох ты ж, ё-моё. Не, я апнусь, потом дальше пойду. А, Шайнстоун, вот что с него падает. Ну, окей, что с левым? Сейф площадка и секретка. Я думал секретку. Так, пойди, уже должен быть босс. Слишком долго у нас боссов не было. Просто для вас уже 55 минут где-то. А для меня, чтобы вы понимали, еще уже 2 часа где-то прошло с начала записи. Я же пока фармил вот это для вас. Чтобы не записывать фарм серии, где по 1000 минут одного и того же врага убиваю. Десять тысяч лет одного и того же босса бью.
Главное расстояние держать, то что они дамажат сильно. Нихера себе, кораблик. Нифига себе, пиратский кораблик. Хе, маленькая версия обычного паука. Файбер. О, нифига. А давайте посмотрим, что с него выпадет. Так, с него выпал гранат. Ребята. Сколько я уже прошел? 76%. Гранат. Блин, я могу, в принципе, создать. Но с другой стороны, я могу темную нитки сюда использовать. Хотя... Лучше пускай ботинки будут. Гранат. Нихух. ХПшки. Давайте возьмем, почему бы нет. А ну-ка, сейчас. Так, ботинки. Слишком много предметов. Жалко, что продавать нельзя. В смысле? А почему... А, там 200. Да, пусть... На 50 маны меньше. Зато хп на 250 больше. Так, обувь. Ясно, попозже. Большая территория, значит, вниз. Он два удара делает. Так, еще одна лезвие. Еще одно лезвие. Жалко, что я не могу метки ставить. Типа, если бы я мог ставить метки, я бы по 1000 раз потом не буду искать, где я видел лезвие. Легендарное. Туда. Да. Ну у него и никнеймчик. Туда его. О, четвертый уровень.
Так я же под нему попал. Что за бред? Ну, зато нитки дали. Ха! Один урон мне нанес. Как-то много врагов здесь. Ну ладно. О-о-о-о. Еще одно лезвие. Короче, на корабле два лезвия. Босс. Ага. Хе-хе. Сейф. Ну что, сейчас мы боссу покажем, где раки воюют. Капитану скелету. Капитан скелет, мы идем за вами. Кто это? Нихера себе! Ага. А он мне вообще урона не наносит. Считайте. Хотя не наносит. Ау. Хе. Манати он от меня теперь отлетает. Скорпиончик. Так, а он в агрессии. Ага. ХП позволяет. А, чё так быстро? Ладно. Изи! Хотя у меня с ХП до хера. Поэтому, ребят, всегда я, видите, я пытаюсь пройти на 100%, я собираю все, что здесь вообще в игре может быть. New skin. Опа, это что такое? О, а, не, ладно. Я хотел уже расстроиться. Сказать, а как я попаду в сейф-комнату? Да, скоро я уже себе меч до конца апну. Сейчас как раз проверим, что это нам дали за new skill. Может, я сделаю себе двойника, который будет так же атаковать, как и я? Thank you.
Нихера не понял. Скорее всего, оно делает так, что я становлюсь бессмертным в этот момент. Так, стоп. Если она делает меня бессмертным, тогда... Может, я могу теперь ходить через решетки? Может, я являюсь теперь, знаете, как... неживым? И типа я смогу проходить через решетки? Можно будет попробовать. Только где? Ладненько, давайте на этом мы с вами закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем... И сразу говорю, я начну где-то, наверное, где мы застряли. Поэтому всем пока.